Компания Gigabyte представила свои новые игровые ноутбуки Saber 15 и Saber 17. Соответственно, это 15 и 17-дюймовые ноутбуки, работающие на процессорах Intel Core 8-го поколения и видеокартах GeForce GTX вплоть до 1060. Несмотря на не самые производительные видеокарты, цены на ноутбуки стартуют от $1400, что делает их совсем не дешевыми. Gigabyte, похоже, делают ставку на внешний вид, модную клавиатуру с RGB-подсветкой и систему хранения, которая позволяет установить аж до 3 терабайт твердотельников, правда, не очень понятно, зачем это нужно. Вряд ли мне пришлют их на обзор, но я с удовольствием на них бы посмотрел. Вроде бы они достаточно прикольно выглядят, хотя, повторюсь, достаточно дорогие. Много интересного показали Asus, например, свои ROG Strix Hero 2 и SCAR 2. Это 15-дюймовые ноутбуки, точнее даже сказать один и тот же ноутбук с процессорами 8-го поколения и видеокартами вплоть до 1070. Отличие между моделями заключается в том, что SCAR 2 предназначен для шутеров, у него дисплей 144 Гц, а на клавиатуре выделены клавиши VSD. А Hero 2 ориентирован на моба игры, у него дисплей попроще и выделены клавиши QWER. Ну и в целом, клавиатуры у ноутбуков немного отличаются, а в остальном это близнецы-братья. Что же касается цены, то Hero немного подешевле, он будет стоить от $1700, ну в зависимости от комплектации, естественно, тогда как SCAR обойдется уже от 2000. Также Asus представила новую линейку мультимедийных ноутбуков ZenBook Pro 15 и Pro 14. Цифры, как нетрудно догадаться, символизируют диагональ экрана. Это дорогие ноутбуки в тонком и легком алюминиевом корпусе с качественными дисплеями вплоть до 4K и процессорами вплоть до Intel Core i9 аж на, и видеокартами GTX 1050. Да и в целом машинки нафаршированы по высшему разряду. Но основная фишка даже не в этом, а в новом тачпаде, а точнее его отсутствии в традиционном смысле. Тачпад был заменен на еще один 5,5-дюймовый Full HD экранчик, на который можно выводить дополнительные приложения, органы управления или даже смотреть видео. Разумеется, что как привычный тачпад, он тоже умеет работать. Цены на это чудо техники пока не озвучили, но я думаю, что они будут ого-го. И еще вот что мне сомнительно, для того, чтобы пользоваться полностью этим экранчиком, по нему же должны быть приложения, да? А так как ноутбук такой в природе только один, я не думаю, что много разработчиков будут писать приложения специально вот под две модели ноутбуков, чтобы люди могли классные штуки запускать на этом тачпаде. Так что мне кажется, там все ограничится несколькими приложениями, которые показали на презентации, и вряд ли там что-то новое будет. Но выглядит все равно прикольно и так элитно, скажем так. Ну а кому и этого мало, то те же Asus показали концепт Project Precog, ноутбук у которого вместо клавиатуры находится второй дисплей, который так же, как и первый, сенсорный. При этом петли ноутбука раскрываются на 360 градусов на манер длинного йога, и все это дело даже вертикально ставить можно. Элементы же управления выводятся на нужный экран в нужное время благодаря системе искусственного интеллекта. Выглядит прикольно, но я вам вот что скажу. Лет эдак 7-8 назад делал я обзор на подобную штуку от Acer. Обзор текстовый можете не искать, он, наверное, затерялся в интернете. Ну так вот. Понятно, что технологии шагнули далеко вперед, и все ошибки, наверное, уже учли. Но я могу сказать, что та штука работала просто невероятно. То клавиатура не вводилась, то все это кверх ногами переворачивалось. Не говоря уж о том, что с двумя экранами в положении ноутбук вообще крайне сложно работать, потому что клавиш ты не ощущаешь. В общем, поживем увидим, что там получится у Asus. Ну а на сегодня почти все, до новых встреч и всем пока. В общем, я жаловался, что у меня типа нет шумометра, у меня теперь есть раб персональный, и вот такая вот штука меряет шум децибел и стоит, говорят, 50-60 тысяч вообще. Буду теперь мерить шум, это прикольно. Кстати, на заднем фоне студия вот это вот. Слушай, что ты здесь делаешь? Буква У, уходи. Где? Вот, все.